одеваешь лучшее свое платье или юбку, снимаешь нижнее белье и на 4 часа в торговый центр. У меня тетя 74 года, она такая, не говори про это. Вот смысл. Бывают же женщины такие, я вот не женственная, что-то во мне там много мужской энергии, сейчас это модно стало, да? И я не помню, что такое женщина, я не знаю, что такое кокетство, я не умею заигрывать, я не... Вот когда трусы снимаешь, вот все вспоминаешь. Все вспоминаешь. Я не знаю, что у женщин связано там с трусами, какой у вас триггер там в голове, но почему-то вот это вот легкое движение рукой, и ты вспоминаешь все, что какая я женщина. И начинается вот... Все вспоминаете. Это, ну, это очень... Ты смотришь, думаешь, ну, как-то так изменилось. Я как-то отправил женщину, ей 56 лет, по-моему, тогда было. Она говорит, я не смогу. Я ее отправил в мегацентр. Она до мегацентра дошла в трусах. А потом звонит, я не могу. Я говорю, иди, зайди в туалет, сними трусы и выходи. Вы не представляете, какого усилия ей это стоило. Она зашла в уборную, сняла трусы, вышла и, короче, сделала 3 шага от двери туалета. И ее вывернуло наизнанку, она прям проблевалась. Это настолько непринятие себя женщины, это столько лет она себя гнобила, что у нее это что-то непозволительное для нее. Почему вот эти сегодня, вот вы видели, да, плачут, там, слезы, кашель вот это начинается, да, у многих, что-то сидела, начала кашлять. Потом вот этот мокрот отходит, замечали вот во рту? Ошметками прямо она выходит. Это тогда, когда происходит разрыв нейронных связей. Это тогда, когда я... перешагиваю за грань дозволенного. Это в кино видели, да, когда человека первый раз убивают, они блюют обычно. Это вот представь, вот для нее это равносильно убить человека, да, то есть она перешагнула за грань дозволенного. Почему-то ей мама, наверное, говорила, нельзя снимать трусы или что, я не знаю. Но она очень сложно это как-то принимала. И когда она это сделала, у нее вот этот блок, он вышел. У нее появился мужчина, она там это... Некоторых я отслеживаю людей, или есть люди, которые, они, знаете, пишут в соцсетях, у меня там вот так, там этот большое спасибо, кто-то пишет в личку, пишет, у меня вот такие изменения, да?